Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дмитрий, я практикую доходы в интернете. Речь в данном обзоре пойдет о новом направлении в моем портфеле. Это Multimeta Universe. Данное направление сейчас, скажем так, если набирает обороты, то в основном на земле, да, в каком плане? То есть открываются офисы, вот, уже открыто несколько офисов в Москве. В Москве, в Москва-Сити, в Уфе, ну и дальше, собственно, планируется развитие. Вот, а в интернете все пока что только начинается, да, то есть какого-то такого сильного ажиотажа по данному направлению в интернете нет, поэтому поле не паханое, можете заходить и, собственно, развивать эту тему и зарабатывать. Вот, доходность в среднем от 1 до 1,5% в сутки, ну или даже до 2% в сутки. То есть здесь в принципе денежно. Вот. Мы сейчас перейдем, получается, в презентацию. Я постараюсь вам показать, что это за направление, какая доходность, вот, какая партнерка. Вот. Ну и немного пройдемся по кабинету, посмотрим, как здесь, собственно, пополнять там, ну и, собственно, инвестировать. Давайте переходим. Ну вот, собственно, да, то есть Multimeta Universe или просто Multimeta. Вот, метавселенная, которая объединяет, да, то есть вот, для чего мы создаем Multimeta Universe. Основной задачей Multimeta является создание единой метавселенной с использованием блокчейна Ethereum. Центральное управление с равноценным правом доступа для корпорации Decentraland, Star, Atlas, X-Infinity, Sandbox, вот, и так далее. Да? То есть инвестиционное партнерство, направление, ключевые направления, то есть метавселенная, хедж-фон, технологии, NFT, Marketplace. Вот. Значит, есть VR-магазин оборудования. Вот, партнеры Multimeta, да, вот то, что Decentraland, то, что я там прочел. Процесс становления метавселенной. Разработки, развитие по регионам. Значит, здесь, собственно, приобретаешь доли. Ну, не только доли, есть еще инвестиционная программа, я ее еще вам покажу. Вот. Значит, метавселенная, Multimeta и кейсы ВМА. Вот. Значит, вот такие вот кейсы, да, то есть Северная Америка, Африка, Южная Америка, Азия, Европа. Давайте перейдем, получается. Так. Вот. Допустим, находимся в кабинете. Кейсы. Вот. И вот они, получается. Северная Америка 1,15% доходности в день. Европа 1,17%. Азия 1,20%. Африка 1,18. Ну и вот. Вот. Значит, одна доля 195 сейчас, $0.83. То есть выбираете количество долей. Вот, выбираете какую, да. То есть, ну, самую доходную выбираете, там, Азию, допустим. 1,20 доходность. Вот. И все. И инвестируйте. Значит, под моим видео будет ссылка на сайт и мой код активации. Вот. Регистрируйтесь. Вот. И далее пополнение. Вот. И выбирайте, через что хотите пополнить. ТЗ, ТРЦ-20, ИРЦ-20, там, ну, и Binance, BUSD, Эфир, Биткоин, Трон. Пополнили. Вот. Далее переходите в кейсы, да, то есть и покупаете. Есть такое, что идет кэшбэк 7% на ту сумму, вот, на ту сумму, которая у вас идет на доходный счет ВМА. Вот.
Соответственно, если вы храните ВМА, еще сверхом 7% кэшбэка идет. Далее. Ну вот, собственно, да, то есть от 1 до 5 ВМА, от 8 до 1,3% в день. Вот. От 0,9, от 5 до 15, до 1,4, до 1,5, до 1,6. Здесь еще увеличивается сумма процента. Вот, от 250 до 500 ВМА, там почти до 2% в день доходит. Вот. И депозитные программы, да, значит, есть, они также есть и в кабинете, просто инвестирование нажимаете, вот, они также здесь есть вот в кабинете. Вот. Значит, от 1 до 200 долларов 1% в сутки постоянно капает, то есть период не регламентировано. Далее, от 200 до 3000 долларов на период 30 дней 0,75% в сутки возврат тела в конце срока. То есть от 3000 до 10 тысяч на 60 дней 0,85% и 0,95% от 10 тысяч до 25 тысяч долларов. Просто депозитная программа. Но, собственно, что? То есть, как бы выгоднее, конечно же, приобретать доли. Вот, в депозитной программе можете участвовать по желанию. Вот, просто как... Здесь получается, даже с учетом кэшбэка, вот, эти доли, ну, окупаются очень быстро. Вот, и дальше только доход. Что здесь? Доли ВМА, да, начисление идет. Но эти доли можно на бонусный счет перевести, вернее, на свободный счет можно перевести, и они отконвертируются в доллары. И, соответственно, дальше вы эти доллары, грубо говоря, можете выводить. Значит, регламент на вывод 48 часов. Вот. Ну, ставить можете в любое время. Так, дальше. Дальше. Значит, управление кэшами, получаете кэшбэк, да, то есть 7% на первом пятом ранге, 8% в шестом десятом ранге, да, то есть здесь еще больше кэшбэк можно получать в зависимости от вашего ранга. Вот. Так, 8 августа 2022 года Multimeta объявляет запуски собственного NFT Marketplace. То есть еще здесь будут NFT-шки. То есть эта тема, она, грубо говоря, до этого времени, то есть можно сказать, сегодня какое, 26 июня, да? То есть находилась на предзапуске, сейчас, ну, полноценный запуск там планируется где-то в районе августа, да, то есть... А сейчас вот как бы есть возможность зайти и зарабатывать. Значит, бонусная программа с открытием партнерских рангов и заработком финансовых продуктов. Значит, если у вас одна активная доля, 5% от первого уровня получаете. Реферальный бонус. Ежемесячный кэшбэк 7%. Вот. 5% вот. Далее, Minted 2, активные, то есть если у вас 5 долей, 2 партнера первого ранга, товарооборот структуры 10 ВМА, плюс 4,75 от второго уровня, еще к первому идет. Далее, 10 активных долей, 3 партнера первого ранга, плюс 4 от третьего уровня, да? Вот 5, 1,25 и 1%. 3 уровня открываются. И так далее. 4 уровня, 5 уровней. То есть линейный маркетинг. В зависимости, сколько долей вы приобрели и какой товарооборот. Так. Дорожная карта. Ну, тут как бы ее разветовали. Ну, много что планируется, да, то есть вот сегодня июнь, презентация руководством возможной компании Multimeta, всем довольствовать.
Официально признаются бизнес-модели, запуск альфа-версии в июне, в июле. Официальная презентация бизнес-модели. Знание. Короче, дорожная карта расписана до 2000 какого? 27-го года, короче. Ажно. Ну, вроде бы все, да, то есть дальше, если по кабинету что, то есть я показал, как отконвертировать в МА доли в свободный счет, да, то есть управление нажимаете и переводите. Ну, есть еще, по-моему, здесь конвертация. Вот. На свободный счет капают проценты с инвестиций, да, то есть имеется в виду вот то, что вот с этих вот инвестиций. Ну и, пожалуй, все, да, то есть регламенты я вам сказал на вывод. Минималка вывода 50 долларов. Минималка вывода 50 долларов. Ну и все, пожалуй, да, то есть что могу еще добавить? То есть данное направление, повторюсь, оно развивается на земле. То есть вот открываются офисы, да. Создавая единую метавселенную. В общем, все на уровне делается. Пожалуйста. Пожалуйста, да, то есть офисы открываются, то есть движение здесь все еще впереди. Я думаю, наверное, скорее всего, вы еще не раз услышите о данном направлении. Повторюсь, то есть под моим видео будет ссылка на сайт, ну там на регистрацию и код, мой код регистратора или как там, мой код, грубо говоря, будет. Вот, его вбиваете и регистрируйтесь. Вот. Также под моим видео будут мои контактные данные. В случае, если что-то непонятно, можете со мной связаться. Постараюсь дать какую-либо информацию, объяснить, если что-то непонятно. А так, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Всем больших профитов.